Швейцарский, конечно. корпус шведский. Вот, кстати, вот 5 единых стволов. Блин, да не могли бы найти видео сплошить. Однако, нет. Не смогли. Если посмотреть на модель сверху, после всех модернизаций, там все просто прикрепится. А в частности, 37-мм единиц, а то, что прочили, 25-мм единиц, которые осуществляли ближние, они стояли в трех орудийных башнях, они были очень низкоскорострельными, а поворотный механизм башни был только полобочный, что вдруг не успевал наводиться по самолету, который находится в последнем действии. Ну, как ты не приехал, но это самолет довольно быстро, что ли? Да, и поэтому они вертелись было очень быстро. Башни не успевали наводиться. Плюс они были низкоскорострельными, а запас снарядов на карте располагался. Что там, Дубик зашел, вижу. Что, заходить? Ну да, он тут. Ну все. Ебать, помогите мне, сука. Боги, блядь, за диспейлинг. А сейчас это было нормально. А брательник у тебя? Не-не-не, Дубик не ожил еще. Да, он только что, он стоя поплыл в стену. Агент Смит, нахуй. Вышел из сбой, нахуй. Агент. Пал, дай лидера. Ну что, куда все ушли? Сейчас Дубик, он, блядь, в стенке, блядь, дырки делает, нахуй. Окупорует, блядь. Наш Франкенштейн ожил. Так, вроде бы все нормально. Саня, орбит. Саня! Не, походу не ожил, Давид. Я тут. Я не тебя. Дубик. Да. Он просто бегает. Ой, блядь, нету дана. 4, 3, 2, 1. А мне, блядь. Там Андрюху убило. Ой, сейчас, знаете, стояли парни. Ну, сразу слечь. Да. Под лицо зайдите.
А что тебя убило, Сань? Он, по-моему, на пол сам себя дал, да, Сань? Крав сам себя на пол я никак не могу дать. А. Ну, пишет. Ну, там что-то с кого? Этот. Кто-то на С был тоже, по-моему. Смертельный удар пишет. Что под боссом стояли, что ли? Может, когда он сорвался? Ну, может. Вот я смотрю 70, думаю, ладно. Потом смотрю 100 через секунду. Сейчас Саня на пол, да? В этом, того. Танков-то поменяли, блин. Да. Блядь, шутки шутками, а... Так, надо собраться нахуй и закончили это говно. Это а, так ты на пол в ДК дал, а не в пала. Ебать, нет, ебать, нет, гений, ты не цыган, ты не цыган, ты, блядь, розовый покемон, нахуй. Ну да, кстати, на пол в ДКшника дал. Ты уже сказали, что он дал в ДК. Да я Саня не слышал, сказал, я наушники что... снимал. Саня сам сказал, что дал в ДК. Еще когда только на пол нажал, сказал, блядь, танков поменяли. Киря, блядь, через 3 минуты. Так ты говоришь, в ДК на пул дал. Ну он просто на коне далеко уехал и только дошло. Да, сука, на моем коне катается. Ничего, орбит, блядь, зато прикрыл. У меня есть ультрамариновый, блядь. Карабей. Парни, ну мы, конечно, что-то играем, как уебано, если честно. Как будто, блядь, это, я не знаю, обычка, нахуй. А ты ж сказал, говорит, сейчас мы, блядь, минимум, максимум 2 трая и понеслась, блядь. Все, победный, я чувствую. И тут бац, 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 да? Так всегда такая хуйня, ебать. Давайте, парни. 5. 4, 3, 2, 1. У вас на пол есть, я не боюсь. Бля, самое впечатление. Гули, бля, синхронно. Так, Андрюха, готовься. Пошел лук. Куда пошел? Пал, ты здесь, Паля? Угу. Вот так. Андрюша, бей, паладин. Ебать. Лоб, смотри, там, да. Смотри. Я смотрю, смотрю. На втором маске, на второй пальце особенно внимание. От стен, от стен! Что, свиделся, да? Да. Ебаный босс, блядь. Ну, веселый босс. У меня клонов нет. Значит, стопнешь урон на первой фазе, тут и держишь, нету этого босса, тут можно, блядь... 10 секунд АПК стоять, ничего страшного не произойдет. Бля, он меня по ходу раз ударил. А, это рывок коня. На, ну пейте. А, давай 30 секунд подождем, не откатится. Ну, давай 30 секунд. Ну это бурс только откатится. Минута. До клона? Да. Ну чуть больше, может полторы. Да ну, блядь, они, в принципе, я думаю, нахуй не нужны. Да, потом прожмёшь. Пока, блядь. Не так слишком долго тут, блядь. 5, 4, 3, 2, 1. А где Гуля, блядь? А Гули нет, нахуй.
Малик осторожно. Ебать, Дубик, уля как пару сработало. Осторожно. Ты? Берегитесь. Сам себя продиспель, там уже дебаф еще дамажит, а тебе и замедляют тебя. Андрюха, диспель себе. Не, не каст, каст, каст. Все. Геру нет? Да. Геру нет, блядь, и кастует прилетел. Вот это, блядь. Так у меня маны нет. Чтоб быстрее скастовал. Муки 2 секунды. Пошли, муки. Беги. О, отлично. Берегите. Вот когда стоишь. И да вам, парни. Саня, попробуй напулить на пола. Вот когда стоишь сбоку, этот круг, радиус, видишь. А что, вы за игру не следите вообще? Я стопнул ДПС. Я не смотрел. Используйте сами ту залу. Кто отъехал, Мах? Дубик, Берни его, Андрюха. Берегитесь. Ревность. Чем ты так ревнула? Ну это муками, наверное. Ну а кропнула? Этот кропнул, да? Угу. Давайте парня добавим. Муки там 2 секунды, 1-0. Андрюха, где спойли с меня добавь? На мне тоже импульс висит. НДК. Пускай приз диспель. Так я хайдер нужен. Муки, муки, муки. Берегитесь. Хорош. Берегитесь. 95. Виталь. Муки, 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 беги, беги. Саня, молчи, блядь, не отвлекай. Окей, все. Да я сам слежу за своим агро, Давид. Я не тебе и не тебе. Три, два, один. Каст. Берегитесь. Блять, наконец-то здесь не путает. А, это что за хуя? Три, два, один. Берегитесь. Все равно, у меня глаза быстрее видят, чем я успеваю сказать. Андрюха, дай на ману, а монотайп поставь, шаман. 3, 2, 1, каст. Берегитесь. Мага, пройди спель. Мага и себя. Андрюха. Берегитесь. Муки, 1 секунда. Саня, сними с меня, Андрюха. Берегитесь. Муки 2 секунды, 1, каст. Берегитесь.
Что-то он, блядь, бежит как-то по сторонам. Дамук. 3, 2, 1. Так. Меня продискать. Берегитесь. 3, 2, 1. Берегитесь. Берегитесь. 3, 2. Коня, 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 не бейте, блядь. Ёбаного, Дубика уебало. Ворота. Ворота, с которых мы заходим, веди. Пал. Меня продиспельте, сейчас умру. Берегитесь. Да, сошли. Ворота его надо поставить. Орбит. Так сюда, да? Орбит. Да, да, да. Вот ты даже ближе, ты можешь прямо упереться в ворот. Ты пробегать надо, спасибо. Сейчас он прибеги, ловишь и разворачиваешь. И так каждый раз. Правда, у нас один хил остался, блядь. А это хило еще. Берегитесь. Приз посчитают. Какой долг? Давайте хорошо. Сейчас защитую. Да, это был. Все страшно, Андрюха. Он наш никто не умел. Блять, как больно, ебать его урон. Я подложным, блять. Я зеленку ему походя. Не понял. Он не. Я один каста не видел. Не, он когда бежал, кастанулся. Берегитесь. Вот сейчас кастует, видишь, понял? Да, 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 да. Сука, пидор. Ходи, блядь. На нахуй галоп не докастовал. Пукнул от минус мах. Нахуй сейчас будет. Захиливайте. Пизда. Андрюха, дай гимна хп. Начинай. А я уже дожал как пустый раз. Когда он нас положил на лоу хп. Да ты еще мягко стоял. Потому что Дубика с автоатаки пони убил. И все. Там, по-моему, не надо так танк бегать. Там чуть-чуть надо отойти, он пробегает, ты его обратно возвращаешь. Это не настолько прям принципиально. Да, просто принципиально. Он забегает и дает нахуй этот топ отъебать по всем сразу. А пизды он и так прям по всей серии. Да, он и всем. Ну там вот мы в прошлый раз ходили, там ДКшки делал, как этот, как на снеговике, просто сквозь него прям пробегаешь, подкаст и все. Я не был на снеговике. Не-не, это не там другой ДК был с нами. Ну. А этот, как его? На Дубика, да, СС? Я ему еще Боб ебану на фазе, блин. Да сейчас дам, ну просто с СС-ом этим не угадаешь никогда. Ты дай, когда останется секунды, ну там, процента 2 у босса, ты в орбита лучше Боб дай, понял? Орбит Дубик... это, а, шмат. Да, он с тобой в пати, потому что Дубик сам стать может, а орбит уже все, блядь. Потерял-то силу шамана, растратил, блядь. Ну самое главное за агро смотрите, чтобы Бэра не приходилось просто. ДК его вот тут держал, и когда он на кассу, он просто вот так вот раз чуть пробежал,
И он обратно развернулся, я к нему, блядь. Раз, он его обратно сюда поставил. Все, блядь, он не бегал далеко. Я вишечкую, блядь, поэтому так бегаю. Нет, типа через него пробежал, понял, и все, блядь. Но во время каста, как бы получается, он через тебя проехал. Короче, смотрите в омену, блядь, и просто меня не обгоняйте по игру, и все. Да, я с омена на глаза не свожу. И этот, мрось. Ой, я бабушку готов, случайно нажал нет. Марго, бабушку. На второй фазе диспель, потому что, ну, там надо диспелить все. У тебя же есть вуду там какая-нибудь, у меня? Да, ну, есть что-то. У меня все. Ну, вот диспель, а то я там, блядь, игру набираю и отбегаю еще от этой параши. Да, там не... Только я с этими, блядь. Мэрик, что там? Ангелочками набираю фазе, не могу понять, я ни одного не убил. Что ты говоришь, Дубик? Ой, Мэрик. Ты про духов. Я говорю, Миш кликнул. Про духов на первой фазе не пайся. Дальше просто. Или ты не видишь дебафы? А я вообще не вижу, где он, на кого он летит. Он как-то на всех раскастовывает. Да, нахуй, нет, дух тебе не надо. У тебя на какой духа забей, на второй фазе диспели, все, понял? На второй фазе, конечно. Вот ты так. На второй видишь, да, магию, ты ее диспелишь? Ну да, у меня там в этих в интерфейсе все включено. Вот вас просто повыносил вторую пати, свою. Сейчас буду диспелить и ваш. Ебать, это нахуй. Фу, сука, фу, блядь. 4, 3, 2, 1. Пятьдесят 3% от стены фотоклипа попал. Поймал? Гера пошла. Элизабет. Берегите. Катрона. Койла. Андрюша, диспель. Мрози. Дай масс диспел по нам. Мага. Про диспел. Агро. Мэрика. Я не бью. Пизда. Не, подожди. Опять Мэрик. Мэрик, Скиф, Катрон, Мрось. Андрюша, диспель нахуй, забей на урон. Орбита, Мэрика, Скиф. Все, Скиф. Мэрик. А все, здесь. А чем убило? Хуй знает, что-то замедлило, блядь, чем-то. Сейчас я скажу. Тушка ударила. И потом попал конь. Ну это разделенный. Так. Тушка. Разделенный ты пережил. Импульс, у тебя импульс духа. Этот щит ебаный. Импульс. Импульс духа, это, короче, такая хуйня счастливка, но. Не-не-не, импульс духа понятно. Типа дамажит импульс духа. Дело в том, что вот сейчас линканул, прочитайте. Я знаю, а он замедляет и наносит урон. Да, вот эту парашу надо диспелить, типа. Да,
Но смотри, в чем прикол. Тебя ударили потом разделенные муки. Они сначала импульс духа повешался, а потом разделенные муки ударили, потому что скорость снижена. И типа, ты все это пережил, тебе осталось 23 с половой нахуй. И ну там еще тебя... какая-то хуйня, но... Конь ебаный попал просто, блядь, в этот момент. Мрось, у тебя какой аддон стоит на хил? Какими фреймами? Никакими фреймами не пользуешься? Можешь декурсив поставить, там квадратики выходят. Ты, вот, ты, допустим, если стандартный вытащил, ты видишь импульс духа, эту залупу, видишь на людях? Оно, оно-то показывает, но оно-то не показывает, блядь. Ёбаный рот, нахуй. Да, оно стандартно не показывает, потому что этот баф Орда, Альянс, вот это, блядь, премиум, блядь, еще какая-то шляпа ебучая. Не, я так понял, типа, когда начал, ну, вот мы сейчас оббафаны, и когда типы стоят там, кастуют, и там у них всякие приколы вылетают, понял, и оно не показывает, ебать. А когда вот какие-то, ну, хуй, мало кастов у них там, блядь, трини показывает только на орбите, на Мрозе и на мне. Я хуй знает. Ну, я могу подиспелить, конечно, блядь. Но агро будет еще давай. Медленнее набираться, нахуй. Давай, пусть ДК, ты понял, как надо это делать? Да, да. ДК, давай. Там просто, блядь, смотришь, нахуй, на каст. И, ну, типа, если ты лагаешь, то, наверное, нереально это будет сделать. Нет, не лагаю. Не, он, вот смотри, он... Если до этого, может, не совсем понимал, что от него требуется, то теперь он увидел, как ты это делаешь, и ему будет элементарно. Да, сбоку вообще видно всю эту зону, ну, со стороны, когда ты стоишь. Понял, теперь как все видно. Ты да. Видел, как я водил? Вот так же делай, чтобы тебе удобно было смотреть. Смотрите, какая еще хуйня. У кого есть VIP, Орда и премиум, на тех вешается четвертый дебаф Гера, и ты нахуй не видишь этот дебаф. То есть это в стандартном интерфейсе, видно только на маге. На орбите, на Мрозе и на ДК на мне. И все. На всех остальных из вот этих бафов, блядь. Вип, Орда, нахуй. Еще, блядь, этот, блядь, премиум, нахуй. Это Мрозь говорит, да? Нет, это я говорю, РЛ. Я тоже смотрел, кому его диспелить. И мне на дефолтном не видно из вот этих трех дебафов. Я вам так скажу, дефолтный это залупа, конечно. Скачайте Вуду. Вот у меня есть Вуду. Там обводится. Нахуя? Там, во-первых, вот дебаф вешается. И синим становится полоска челика. Можно скачать декурсив, то же самое будет. Блять, ну, понимаешь, Вуду это топ-1 в мире аддон. Понимаешь, в мире, блять. И понимаю. Вот эта залупа, который дух, который вы смотрите там, да. В кого летит, в кого диспелит, просто красненькой рамочкой выделяется танк с пула и один челик. Вот он бывает то выделяется, то нет. И если... Во время каста синими все стали, и ты думаешь, а в кого же, блядь, диспели? Там просто третья рамочка появляется. Если третья не появляется, она либо на втором челике, либо на танке. Вуду скачаете, блядь, и вы станете играть пиздец. Аддон несложный, могу объяснить там, что как настроить. О, у меня вопрос есть. Как Вуду поставить цветные эти полоски ХП по классу? Насчет полосок не знаю, ники можно поставить. Ну нахуя тебе цветные полоски, если полоски... Мне Вуду еще понравилось, когда если человек далеко от тебя, ты, ну, ты смотришь, и там стрелочка показана, куда да. Бежать ему. Там пиздец, там чуть ли не жопу подтирает, блядь. Слушай, ну я буду в танке, так как дальше мороз. И все равно не бью, вроде спалю так. Ну, там на последней фазе, да, несущественно. Ебачий прикол был, нахуй. Сидит Саня, блядь, за ним, нахуй, этот... Как он, блядь, бес, нахуй. Я беса не вижу, смотрю, нахуй, Саня сидит, и на нем написано «Тарман, прислужник Мэрика», нахуй. Поработил, блядь. Чё, там все готовы? Чёрный маг, блядь. Так, танчить будет ДК, да? Да. Всё ж, опять сразу, блядь. Пять, четыре, три.
два, один. Уходим от стен быстрее. Бля, ну только не порежь никого. А сейчас какого хрена он заявил? Сейчас то что не так. Я только отъезжаю. Я ебу, блядь. Ну единственный кто был, это, блядь, эти ады, блядь, под стенкой. Все, потому что на ад. Ады подбегут под стенку, когда исчезнет босс. Но мои мобы отбегут под стенку, только когда нету цены. Они живут где-то до этого. Не отводи его в метку, а просто разверни. Услышал? Просто ты начинаешь бежать, и остальные начинают отходить. Бо он же, блядь, уебался от клива. Давайте трай, и я схожу в туалет. Я уже охуевший. Так говорит, погодь, надо принять сверхмеры. Ой! Все, сейчас пройдем. Шторку открыл. Да. Пять, четыре, три, два. Разворачивай. Ты, конечно, охуенный парень. Ну нахуй я ты его на третьей секунде въебал. Я специально, блядь. Тогда когда будет 52%. Ой, ты вообще просто... тупо стоишь. И тебе okay. Надо ЛПшкой словить, когда он вылезет. Серьезно, блядь. Я рот ебал, я не понимаю, почему так. Почему он исчезает, блядь? Блядь, это и сервер такой интересный, да. Ладно, давайте все тотемы уберешь, блядь, и все садимся нахуй прямо в центр. Я хуй его знает. Ну блядь, ну сука, ну тварь. Я басусь сейчас, нахуй. Иди посы, что там, блядь. Нихуя, блядь, что я буду задерживать людей. Ты, блядь, не срать пойдешь, а ссать. Не, я могу... Что, еще трать, да? Да, я могу и срать. Пять, автоматически. 4, 3, 2, 1. Ты, блядь, а че? Развернешь или ты порежешь нахуй?
Что, все то же самое, типа 52% ты так же стоим? Ты просто стой, так и стой, вообще никуда не стоишь. Ты куда-то отодвинулся? Меня откинуло. А. Ну, блядь, не знаю. Да, блядь, уже на таком рендже от стены он не должен выйдет. Ну вот, 51%, 50. Лови. Все, вот он слез. Берегитесь. Геру. Берегитесь. Ебать, повезло, блядь. Берегитесь. До касса 3, 2, 1. Старт. Берегитесь. 5, 3. 2, 1, каст. Берегитесь. 5. Берегитесь. 3. Секунда. Каст. Три, два, один, каст. Берегитесь. Берегитесь. 5, 3, 2, 1, каст. Мана кончается. 5, 3, 2, 1, каст. Дубик, залей ему ино. Берегитесь. До каста 5 секунд. Берегитесь. 3, 2, 1, каст. Пять, 4, 3, 2, 1, каст. Берегитесь. Берегитесь. До каста 5, 3, 2, 1, каст. Главное, коня потом поймай и в двери поставь. Я понял. 5, 4, 3, 2, 1, каст. Еще один, да, будет раз. 5, 4, 3, 2, 1, каст. Добьете? Дай по коню пару ЛПшек.
Че, он убежал, блядь. Берегитесь. Каст. 3, 2, 1, каст. Хорошо. А от огня урон же, да? Я не знаю, если честно. Там магия. Берегитесь. Ну, типа, зеленка спасает. Надо конкретную школу, чтобы понимать. Огонь. Ты вычислил? Ну да, у меня цветные буковки. По... Берегитесь. Да, огонь. Берегитесь. Ну я ауру поставил, получше будет. Ну да. Поприятней. Берегитесь. Ну блин, зато я понял, ну по поводу зоны. Реально сбоку видно, типа, как убегать. Берегитесь. Да, потому что ты когда упираешься, у тебя камера хуёвая становится. Да, да, да. А видишь, я тут просто убежал, ну в ДД спекнулся. И я и понял как. Просто со стороны реально виднее пиздец. Так вот. Что сорян, ребят, за первые там трай только 7-5. Да, 2 часа нормально. Лут там поставь на себя. Я не думаю, что кто-то возьмет. Не то, что надо. Следующий трай, типа, я, ну, сразу пойму, типа, и мы, блядь, с первого раза его убьем. Ну, максимум со второго, если ты, не ты про морозы имеешь в виду? Нет, я про лошадь. Не, может, мы на дело пойдем, бля. Да нахуй это дело, давай мороза бить. Да. Ну, хантовский. Да, что вы говорите, парни, это просто я открыл окошко. Да, Мэри Церковь возглавил. Залупа какая-то выпала, блядь. Пыль какая-то, блядь. Ну что, получается, Кирилл ГЦ? Распыли. Я их ждал, не знаю когда, блядь. А что, у тебя куски есть, чтобы его одеть? У меня 5 кусков. Вообще заебись. Надо 5 на шипы выбить. Че, трэш сюда тащи? Да. Я сейчас притащу, не надо, парни. Просто я ждал свалек с ВК десятки, там такие же. Смотри, это пыль нахуй. Ретрик, тебе на ретрика не надо? Че? Запах. Вот эту залупу? Запах. Нет, меткость. Слушай, поста. Ну давай, похуй, давай, кули. Ну, лучше, чем, блядь, ломать, ебать его в рот. Я не помню, какие у меня там с этого, как он называется, с груля, блядь, с двумя дырками. Ну, они знаю, тебя грубо, такие, как у меня, с мастерством, с тремя дырками. Да, да. Ну, с тремя, да. Не, ну, а это на меткость будет. Кап, стойте, рейд справа, танки в проеме. Да, будет красиво. Танки в проеме, ебать. Вы только не залупьтесь, не дайте мне поймать. А кто там по крыше бегает, ебать, что за хуйня? Сука, Пет, хуйлан, сейчас. Пет обманул нас. Прикинь, Мэри. Все, не получилось? Залез, гандон! Это ты типа так агришь, что ли? Ну это все не так, лазили там, коридары. Как ты туда вообще залез? Коридар порталом. А, нихуя. Ля, сука, сейчас я слезу, 20 секунд. Он там же. Да давай я пойду приведу пока, блядь. Да сейчас там прибежит нормальная кагала, главное словите. Долбоёб просто на пете, блядь, решил объебать меня, хуй тебе.
Я 4 раза приводил пачку нормальную, блядь, в этот раз как надо, блядь. Марик, попробуй. Они уже бегут. А у меня тоже пет там наверху. Вот сука такая. Только что пофиксили, блядь, чешу. Он все еще наверху. А вот так я прыгал, по-моему. Потом, сука, вот так и вот так. Во-во-во, побежал. Ебать, я чувствую, скоро мы отправимся все дружно в гильдию в бан нахуй. Нихуя, типы идут, ебать. Давид, команду тебе там постану, если что. Да, первый прот пал, да. Ловите, ловите. Там небольшая пачка. Прот даешь? Да. Смотри, следующий. Что-то мало в этот раз прибежало. В прошлый раз в два раза больше было. Смотри, давай. Бля, я, наверное, надо было чуть-чуть по-другому бежать. Можно повторить. Пару дней, пацаны, без Вова отдохнем. Зато красиво пулем. 150 косарей, рога, хуя. А это ж надо, чтоб, блядь, был этот, этот админ именно это увидел, блядь. Да. А чё тут такого, блядь? Это ж вурдалак пулит, не ты, блядь. Ну я просто бегаю. Мас диспел. Еще. А не, просто как это все сделал? Это не баг, это фича Эридара, блядь. Ну да, сам видишь. Ну это типа что скачуха просто. Ещё, продиспельте, можешь вручную этот орбит. Помоги, блядь. Там, сука, столько бафов сила висит. Что просто не перебивается. Это если бы я унеридаром вчера в ИВК бил со стены, то да, можно еще бан получить. Ну, да, можно предъявить за такую нахуй. Так что, сейчас еще раз такой трюк будет? Да, сейчас попробую. Да я веду уже, ебаный, вот заебали. Все, он уже ведет, прикинь. Он оказался быстрый. Там он уже бежит. Там пара челиков. Я одну пачку, наверное, согнал. Давид поможет, ты не переживай. Ну, так, а все, ну, я просто... Я мастера. Не, о, мастера, о, эти что пришли? Это не я. Я ж тебе говорил, это мастера. Это не я. Это булдал, дама. Хуя. Орбит тотем очищения. Ой, блядь, я завис, парни, извините, но у меня повисло нахуй. Ты сто, блядь. Сто, Давид. Блять, ну пауки это подстава. Не, может, а чего они приперлись? Ну вроде не я. Я. Может и я. Так ты даже не знаешь, ты это или не ты там по крыше бегаешь. Я сколько раз. Ладно, не будем бежать больше по крыше. Ну да, просто да, я. Я сколько раз по крыше пробежал, я ни разу пауков. Это вот шестой забег, и пауки прибежали. Первый раз. Я знаю, их семечко цепляю через текстуру, но я семечко не бросал. Может, ты тут лужу кинул, и все. Я надо цепляю. Ладно, похуй, пошлите туда наверх, да и все. Я так понял, тут, блядь, все, что хочешь, может быть. Рыбку сейчас поставлю. Каражан всегда удивлял. Сейчас еще этот пидорский мороз, нахуй. Брейкданс, ебать, покушать, нахуй. Они нормальные. Но Саня, конечно, дал, конечно, мое почтение. 32 мульта, ебать. У меня пишет 3 миллиона и 61к ДПС. Да, это нормально. Ну, это в моем. Не знаю, 110 был. Не, ну, это я же не спорю. Я просто в этом, в рекаунте, ну, что... Не, если весь собрать, то вообще заебись. Сань, ты рога из Легиона зашел, что ли, там, да, примерно? Да, только танка надо плотно, блядь. Поднимаемся, давайте чистить сразу. Можно две пачки брать, и мы не умрем. Только, блядь, не перестараться. Может пожрать что-нибудь. Так я рыбу там ставил внизу. Опа, опа, опа. Слушай, он и попиздил. Побежал. Короче, эту пачку убиваем, пока еще трэш бьете, я пойду точно в туалет. Я не могу. Да. Ты там какие-то эксперименты проводишь над своим телом? Над своим телом? Я не знаю.
Я сейчас провожу эксперимент, сколько я могу разогнать атмосферу в себе, блядь, давление. Уже седьмая, блядь. А потом так будет, ты да ищ, да? Потом, блядь, будет струя такая, что унитаз разрежет, нахуй. Что это, пацаны, там, если на острове увидите, пизды не давайте. А вот что? Тогда шо? Спасите, блядь. Смотря на каком острове, если че. Все, я пошел в туалет. На Долгороде, на Кизданасе. Да, нет. Ты шо на Долгороде, ебать. Тут на Долгороде сам ходишь, блядь. Как снайпер, нахуй, блядь. Мэрика, 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 но он Хила убивает. Сложите его нахуй. Так кого, Мэрика или Хила? А я сложил его. Молодец. Ну да, Вир, в следующий раз пределенка тебя не спасет. Ой, ебать, наверное, бис какой-то. Так, все, в туалет отошел. А, я думаю, что он, блядь, Мэрика. Орёт Мэрика, Мэрика. Мэрика, я тебе говорю, это надо, блядь, одеться и набить ему ебало. Да в следующий раз его зеленка никакая не спасет, хаусбол сразу полетит. Блять, а я вечно забываю за эту хуйню. Блять, шо? Блять, а просто нахуя они такие перчатки положили в трэш? Ну зачем? Хорошие, да, перчатки? Очко полное, блять. Не, ну а если бы они 260-е были, я понял. Как бы мы не в обычке ж. Ой, Саня, нам недавно с груля упал зеленый шмот. Помнишь? В 1 ГП. Ценой. Так что ты удивляешься в Гере, блин, если ваше с ним перчатком. Это печально. Пашка его Мэри. Чисто хаусбол там был, бля, стрела хауса, бля. Мэри, ты что-то дал его? Есть такая тема у друида, смерч называется, можно кидать его. Зелёнку? Зелёнка хотел сделать. Это танк убежал? Мне танка долго пить. А не бей! Ебать, я там скрыли. А, баба его не снимает подчинение? Снимает. Эрик, вот он до 3 лежит, распластался. Так, Андрюх, ты видел, сколько там просто болта улетело? У него же не сработало, не включился ПВП. Ну, типа, он считается как обычный моб сейчас. И там, три болта полетело сразу. Так, дайте бугимена подниму сейчас. Давайте тут трэш чистить пока. Ну да, да. Какой же ж тут трэш противный сюда, он много. Не тот, то, который... На Роуз, который... Там. Нахуй вы тоже теперь... Мы что, Мороза пропускаем? А убьем, убьем. Ты шо, там трыня падает, он на танк, он... Дубина, на левая рука, но на дубика заиграет. Он тяжелый. Конь по сравнению с ним так, блядь, раз. Да ебать, ну мы ж можем. Аж задушили уже были.
Нет, ну тут все от зависимости от танков. Если танки там смогут каждый раз переагривать друг у друга, тогда пройдем легко. Пули там переагривают. Там, когда они будут переагривать, там лучше не ехать. Не позади. Там потом, когда прыжок начинает, да, и кибершок, да? Не, ну, я потом уже понял. Ну, то выяснили, просто ему надо не впритык стоять. А, я сам на Max RNG стою и нормально. Ну и болится, чтоб он меня не в первого прыгнул. Давид станет там как-то... Будет у него прыгать первым. А заканчивает на нас, да? Ты так же понял? Ну на дальний, да. Я тут. Мы уже, блядь, Мороза убили, где тут будут? Не бойся, красавца. Давид, ты пхила бы убил, я ничего не хотел. Не-не-не, вопросов ноль. Надо, значит, надо. Интересно, досижу до утра или усну? Лучше усни. Ладно, не вечным сном надо. Да, звучит не очень, но это от души. Просто от души. Какое пожелание. Надо поспать. Я просто на вторые сутки уже даже включить может начать. Это без шуток. Пока не начало. Вот так, тупнячок появляется. Ну так везде, да, максимум чел на ютубе не спал неделю. Он потом умер, блядь? Нет, ему плохо уже на третий, четвертый день стало. Ну знаешь, третий, четвертый день-то до хера. Так что. Там либо неделя, либо пять дней, я не помню. Просто надо скорость подкинуть в себя и нормально будет. Булл выпить. А вопрос, а нахрен ты вообще таким занимаешься? Скорость? Не, не спишь столько. А, разгоняю сори, силу, волю, тренирую. Вовку играет и будет бабки зарабатывать. Да, если бы, блядь. А скорее всего тратит. О, что-то меня пиздят уже. С дубиком на острове сидят. Официально. На форум. Давайте на сюда форум. Уже в комнату. На форум фармим. Погодите, не пульте, дайте попить. Ну уже почти с пули. Дубик, у тебя еще полмана, у орбита фул. Орбит где-то на стране. Что ты обманываешь? Орбит шаман, он в водовороте. Рядом с травом, да. Нам, кстати, неплохой пул слух выпал. Он не будет меняться? Будет, просто будет. Раз там менялся. Если с пулем, то поменяется. Нормально, убьем этого. Убьем. Верил в себя, что ты с первого трая ебанешь. Блять, ну если нормальная комбинация мобов, нахуя ее скипать? Пиздец. О, смотри. У меня вопрос, а чё в обычке каражане мобы пиздуют сильнее, чем гели? Охуево, да, чувак. Чтоб форум не засрали. Типа, что мобы сильно пиздуют. Чтобы у Андрюша на
Команды было перед. Тут и так нахуй по 7 часов сидишь, ебать, еще мобы нахуй, чтоб сложнее были, вообще пиздец. Я бы их уничтожил просто, блядь, взорвал бы нахуй. Ты на форум заходишь, да? Не, вообще на самом деле, да. Иногда, раз в год. Я на меня, когда нам нужна была пропуска в Наксе, или топор, не помню, ну короче, нужен был ласт, мы его бьем, что-то там сервер падает или релогается нахуй, а нам остался два последних босса, и всех боссов нахуй резнуло, прикинь, когда сняло, а времени уже что-то там, блядь, под 12 ночи было. Так заново бить, шмот выбивать. Да нахуй он там никому не будет, по-моему. Ну короче, что-то такое. Ну я, блядь, начал в личку писать, типа, говорит, иди на форум. Я что, долбоёб? Мне, сука, блядь, 27 лет, я на форуме был один раз, потребовали регистрацию, больше туда не заходил ни на один форум. Ёбнутый. Говорю, блядь, давай убивай боссов, нахуй. Вон, глянь, ачивы сегодня получили, ёбаный свет. Короче, доебал админа, он пошел, поубивал всех боссов, и мы пошли убили двух последних. Только Д, блядь, не сбросилось, опять начали ему спамить. Ну как спамить, я захуярил там петицию, ебать того рот. Прилетел, всем поснимал. Так, я ставлю рыбу, потому что периодически падали. ДК? Да я тут, я просто ослеп. Я же писал. А что, релок лечит эту хуйню? Нет, надо пойти в ебало от мобов получить, только не от босса. Пал сразу побежал. Ну только ДК, только давай за ним. Патруль. Только не в босса. А я перезайду. В любую комнату пойдите и умрите. И снимется пьянка. Че, как бы алкоголики? Ну просто спьяну танчить хуеваси. Не, стоп, если релогнуться. Но я релогнулся, конечно, ничего не изменилось. Нет, ничего не изменится, ты будешь пьяный, пока не пройдет типа фулл стадии. А где умереть-то? А вон дальше, в той комнате. На любых мовах. Да сюда иди, назад вернись. Да. Вон. И вон туда, ну вот эта мразь, она на себя бабл кидает. Да похуй на нее, вообще похую на нее. Убиваем. А боб не скинет эту хуйню? Нет. Пьянку снимает только смерть или время. Проще быстрее, ну, умираешь и все. Ну, убиваем тебя. Все как в реальной жизни, да, Давид? Да. Либо через время пройдет, либо надо прятать. Короче.